Сейчас в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ стоять в больничной очереди за получением льготных лекарств опасно для здоровья. Не лучше, если ехать за ними приходится в больницу, расположенную вдали от дома. Постоянные жалобы заволжан послужили толчком к переносу пункта выдачи льготных лекарств из третьей клинической больницы в аптеку в центре Заволжского района. Перенесение льготы в аптеку очень удобно для меня. Вот, я могу в любое свободное время прийти после работы, не привязана к больнице, не привязана к больным людям, то есть не пересекаюсь с ними. К третьей клинической больнице за Волгой прикреплено около 10 тысяч льготников. С января выдача лекарств для них производится только в аптеке. Препаратов достаточное количество. Это региональная льгота. Всего у нас 4 холодильника. И вот целый холодильник у нас для федеральных льготников. Кроме того, в марте часть врачей больницы тоже переедут. Если мы физически не можем перенести поликлинику в центр района, то мы специально для этого в марте открываем кабинеты врачей общей практики на Машиностроителей 16. К самой клинической больнице номер 3 прикреплено более 70 тысяч человек. В дни роста заболеваемости гриппом в медучреждении постоянные очереди. Поэтому новые окна в регистратуре необходимы. Уже сейчас к существующим прибавилось еще 3. Ксения Рулева, Денис Ромашов. День в событиях.